В Ухте по достоинству оценят старания горожан, которые помогают городу преобразиться в преддверии новогодних праздников. Мэрия Ухты проводит конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов и дворов. В положении о конкурсе ухтинцам напомнили, что 2024 год для Ухты юбилейный. Город отметит 95-летие со дня основания. Круглую дату горожанам предложили обыграть в своих вариантах праздничного оформления. Участвовать там может любой там, дом, торговая точка, предприятие, там, садики, школа, любая организация, любой индивидуальный предприниматель. Все могут, любые, кто хочет, может участвовать в этом конкурсе. Естественно, будут подведены итоги, будут вручены дипломы и ценные подарки. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 18 декабря по 18 января в городскую администрацию по почте, факсу или на электронный почтовый ящик. Вместе с заявкой нужно приложить от 5 до 10 фото варианта новогоднего оформления. Выбирать лучших будут в онлайн-голосовании, в сообществе Ухтинской администрации во ВКонтакте и конкурсная комиссия. Итоги подведут с 31 января по 7 февраля будущего года. Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальных ресурсах администрации Ухты.